проће топли пријам и за гостопримство. У нас был очень содержательный и хороший разговор. Мы обсуждали политические и экономические отношения между нашими странами. Мы договорились, что нам надо все сделать на увеличение нашего сотрудничества. И на самом деле нам удалось увеличить товарооборот в текущем году. И надеюсь, что мы это будем делать в следующем году тоже. Нам нужно увеличить сотрудничество в разных областях. Мы это все обсудили сегодня здесь, в Москве. И я очень доволен нашим разговором с госпожой Матвиенко. Dakle, veoma zadovoljan svim razgovorima koje smo imali ovde u Moskvi. Zahvalan gospođi Matvijenko što je primila našu delegaciju, a nedavno je bila u Beogradu. Danas smo razgovarali i o saradnji Vlade Republike Srbije i drugih srpskih državnih organa sa regionima Rusije. Verujem da ćemo imati konkretne rezultate u narednom periodu. To je zadatak Mešovite komisije na čijem su čelu gospodin Rogozin i gospodin Dačić, i verujem da će to doprineti onome o čemu sam već govorio, a to je daljem rastu naše trgovinske razmene i daljem poboljšanju naših odnosa. Razgovarali smo i o završetku radova u hramu Svetog Save i još jedan put uputio poziv gospođi Matvijenko i gospodinu Putinu da posete Beograd 2019. godine na 800. godina postojanja Srpske crkve, njene autokefalnosti, dakle, i mislim da će to biti veliki praznik za Beograđane i za Srbiju. Sama važna vest i sama važna novost za nas je politička i ekonomička podrška Rusijske federacije Srbiji i naše очень хорошее сотрудничество, и когда я это скажу, думаю, что очень важно политическая поддержка территориальной целостности и суверенитету Сербии, которую оказывает Российская Федерация, президент Путин, госпожа Матвиенко, руководство России. Для нас, для Сербии, самое главное задание есть и будет сохранение мира и стабильности в регионе Балкана, и по этому вопросу мы и в будущем ожидаем помощь и поддержку Российской Федерации. Еще раз мне нужно поблагодарить президенту Путину, госпоже Матвиенко, за топлый прием, за хорошие разговоры, которые мы здесь имели. И вы, как знаете, всегда добро пожаловали в Сербию. И я абсолютно уверен, что сохранение самостоятельности и независимости нашего государства мы всегда будем иметь поддержку Российской Федерации, президента Путина, госпожи Матвиенко. Еще раз большое спасибо за вашу поддержку.